О, Сергей. Здорово, здорово, здорово. Так, Снейк. Перс. А, Снейк это, да, это всегда как ответ. раз таки, да. Это, наверное, есть Савелий, да? Так, d6 сюда. Судя по всему. Это, наверное, и есть e5. Или как? d5 так, есть. Ну давайте обыграем Савелий. Надеюсь, он без e6, наверное. Альфа-зира сегодня. Он бьет здесь всегда. Так, это надо было ему интересно. H3, мне кажется. Потому что ну, типа, здесь пешная структура как, плохая, конечно, сильнее. Х5 еще грозит. Подкован. Тут вопросов. Ну, нет. Я думаю, у меня в целом хорошая позиция. Дебютную базу мне нужно хорошая позиция. Получить. Заблокировал здесь. Так. Конь идет. Слабости. Куда-то. Какие-то слабости. Вот d6 есть, правда, ход. d6, конь e8, конь d6, может, там куда-то 8. Там что, на b7, на слона? e6. У нее две слабости. Надо отдавать, наверное. Так, сюда. Наверное, надо отдавать. C5, конечно. Слоном пошел. Так, конь f4 какой-то контроль хочет там создавать, но не думаю, что она опасна. Там же на поле d7 еще у нее проблемы. Конь c5, ладья d7, а пешка ищет. То есть он по факту ничего даже не успевает. Сыграем в такую игру. А, так. С жертвой. Ну, в любом случае он тут что-то мне отдает. Почему бы нет? Так, конь b7 могу съесть. Так, конь f4 это нет? Что, прямо какая-то опасная выглядит атака? Интересно. Ну, там ладно, конь b7, конь f4 закинуть. Я не думаю, что что-то тут серьезное должно так быть. Скажем, в моем стиле. Сейчас ладья d7. А, к ладью на e7 перекрываемся. Что-то он тут, наверное, будет химичить. Давайте ну, просто нейтрализуем его сильного коня. Еще. А, он еще и меняется. Так, у меня просто лишняя пешка, плюс на a6 скорее еще. Всего, меняется. А, сюда вот это я зевнул. Ну ладно, вроде ничего страшного. Да, ферзь f6. Вроде ничего страшного. Так, съел. Ферзь h6. Так, у меня уже две лишних пешки. Ну и подкручивать g5. Куда-то он идет в атаку. Ну, похоже на то, что атака, конечно, страшная, но надо быть начеку предельно аккуратным. Так, времяется поджимает. Там конь f4, можно пойти, я думаю. Взять здесь, поджимает, там, перегруппироваться как-нибудь. Так. Короля сюда. Ну, все держит, да? Сюда. Да ёлки-то палки, ну что я делал? Да бред какой, ядрёно, ты батона! Халявщик! Да. Да ёлки ты палки, тысячу из тысячи бы выиграл! Халявщик какой! Ну, повезло, как ему повезло, как ему просто мышка сорвалась! Ну, почему дальше. Просто мышка сорвалась? Самый неподходящий ну, в момент. Ну, ладно. Глупость какая. Саф, извини, чутка.